В Черкесске в рамках реализации всероссийского проекта «За самбо» прошел региональный форум, посвященный 85-летию самбо. Участие приняли спортсмены и тренеры из Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Самбо является национальным видом спорта и культивируется во всех регионах нашей страны. Эти достижения – результат усилий и эффективной работы Министерства образования и науки и Министерства культуры и спорта, совместных с педагогами, тренерами и спортсменами. Данный форум позволит участникам приобрести новые знания, познакомиться с лучшими практиками Краснодарского края и все это в дальнейшем применять для эффективного развития проекта «За самбо» в учебных заведениях, поделилась заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесии Лейла Атаева. Хочу пожелать вам всем успехов, пожелать того, чтобы выводы, которые вы сегодня сделаете по окончании данного мероприятия, помогут вам еще точнее выстроить тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы наши дети еще больше хотели заниматься. Любовь Ивановна Карл – тьютер по физической культуре в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в Краснодарском крае. Она поделилась своими знаниями, благодаря которым в сельском небольшом зале она смогла поднять самбо на высокий уровень. Рассказала о тонкостях проведения занятий в школах. Детям не нужны самбовки, подходит обычная спортивная форма. «Мы прежде всего учим детей самозащите», – отметила Любовь Ивановна. «Прежде всего мы должны защищать себя. Посмотрите в быту, сколько у нас травм, потому что дети не умеют правильно падать, и не только дети, но и взрослые, ведь они из школы пойдут во взрослую жизнь. А мы их учим самостраховке, то есть прежде всего проект начинается именно с этих первых шагов. Дети должны научиться правильно падать». От имени председателя общественного совета всероссийского проекта «За самбо» Александра Иванова со словами благодарности и пожеланиями к тренерам и педагогам обратился Руслан Джамбаев. Хотел бы выразить слова признательности всем организаторам. Этот проект, конечно, имеет огромное значение. Я очень рад, что такое внимание уделяется именно этому виду спорта. Самое главное – пожелать нам всем здоровья, удачи, благополучия, чтобы все вот это начинание, оно принесло тот ожидаемый результат, который мы все ждем. Спасибо. Спорт – это движущий механизм современного российского общества. Программа «Самбо в школу» с каждым годом дает дополнительный импульс развития, поднимая уровень физической подготовки школьников. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.